Здорово, второй волной Чевелев. Пауза, пауза. Где бросок? Его пока нет. А вот здесь. Да что творит этот парень? Владимир Галкин. И еще момент. Не попадает по воротам в концовке Галимов. А там такие пируэты игроки-автомобилисты сейчас исполняли. Там буквально танцевали. Ай, ай, успели, успели. Они забили все-таки за секунду до конца. Нефтехимик, ай да развязка. Нижнекамск побеждает сегодня. Вот это да. Матчище просто нижнекамский. И третий раз в сезоне Нефтехимик обыгрывает автомобилист.